Приветствую всех любителей рыбалки. Сегодня у меня фарм на 120-й яме. Занялся я перебором вибро-хвостов. Из них у меня плохо работал номер 17-й. На него зашел палтус на 38 килограмм и тишина. Потом поставил 13-й вибро-хвост. На него не было ни одной поклевки. Далее поставил вибро-хвост номер 4. Это оранжевый. И на него уже пошел отличный клев. Что не заброс, то индикатор нагрузки в оранжевой или красной зоне. Также у меня на стриме хорошо работала вот эта сборка. Тоже отлично на нее пофармил. Давайте посмотрим, что мне удалось поймать за 2,5 часа. Приятного просмотра.
Ну что, давайте подведем итоги. Отловил 2,5 часа на 120-й яме. Клев был очень активный. Рыба садилась крупная. Но такой клев длился всего лишь 1,5 часа. Фарм закончился на сельдевой акуле. После нее минут 40 еще перебирал приманки, но безуспешно. Возможно, нужно было ставить виброхвост 450 грамм или 300. А возможно, просто погода повлияла на клев. Удивил меня меч на 85 килограмм. Думал, это трофейное плащеносное. Но меченосцу, конечно, я всегда рад. Вновь порадовала трофейная треска. Их у меня уже больше 10, я уж со счета сбился. Палтуса здесь также достаточно, 40-50 килограмм, выходит минут за 8-10 со 120 метров, что тоже неплохо. Ну а вам, ребят, я желаю ни хвоста, ни чешуи. Всем удачи, всем трофеев, всем пока.